В Заречной части города на улице Крылова Тамара Федоровна проживает уже более 20 лет. Бичанка отмечает, что каждый год с наступлением осени дорога здесь становится непролазной. Лужи растекаются от одной стороны улицы до другой. Преодолеть их можно по узкой тропинке, держась за забор. Топит, но у нас топит ограды у всех, потому что, посмотрите, какие ямы. Детям невозможно пройти, зимой невозможно пройти, осенью, весной проехать невозможно. К дорогу нам обещал Карпушкин сделать. Здесь должна быть дорога асфальтированная. Вот 24 года нам все ее делают и сделать не могут. Сколько в администрации сменилось и наших руководителей, ни от кого помощи нет. По словам местных жителей, сами они не бездействуют. Неоднократно за свой счет отсыпали и грейдировали дорогу. Но избавиться от грязи и луж не удается. Одна из причин – это тяжелая техника, которая несколько раз в день проезжает по улице Крылова. Вот сзади нас три многоквартирных дома, которые в одном из домов проживают даже чернобыльцы. И очень много котельной ездит, большегрузов ездит, мусор, она же очень тяжелая. Дождь прошел, вот так вот все это не высыхает. И вот эти ямы их размывает и размывает. Ну вообще невозможно. Тем более вот инвалидов много в чернобыльском доме живет, пожилых людей много живет. Вот при мне я шла, даже женщина упала вот в эту лужу. Ну куда это же тоже? Никуда не годится. В общем, просим какие-то меры принять. Пытаясь привлечь внимание к своей проблеме, бичане неоднократно обращались к властям. Мы везде обращались, и в администрацию, и в Барнаул, и к депутатам. Депутаты сидят только, греют одно место на стуле, и нам никакой помощи нет. Говорят, собирать нам списки, значит, у нас здесь все живут инвалиды. Пенсионеры, кто будет собирать списки, для чего у нас сидит администрация, чем занимается, пусть они нам объяснят. В телеграм-канале мэра города Виктора Щигрева появилось пояснение по проблемной улице Крылова. Обращение передано в управление ЖКХ для принятия мер по устранению этой проблемы. Вот только сроки выполнения работ не указаны. Для ответа на этот вопрос мы направили официальный запрос в администрацию города. И в ближайших выпусках вернемся к этой теме. Дарья Федоркина, Андрей Сигаев. Будни.